говорит. Господь Иисус Христос оставил нам после себя вот, вот эти четыре Евангелия. Это все слова Иисуса Христа о вечной жизни. Если вы желаете изменить себя и быть вместе со Христом, то вам все слова вот его нужно прочитать и потом исполнить. Это называется «Исполнить закон Христов». Евангелие бесплатно, пожалуйста. Евангелие бесплатно. Веруйте в Иисуса Христа. Заходите на наш сайт. Читайте Евангелие, исполняйте, что написано. Все слова Иисуса Христа о вечной жизни и наш сайт. Пожалуйста, заходите на сайт, читайте Евангелие. Помоги Господи, веруйте в Иисуса Христа всем сердцем. И будете иметь жизнь вечную. Православная церковь. Мы имеем Евангелие бесплатно. Хороший шрифт, большой. А это вот наш сайт. Вот в интернет. Пожалуйста, заходите к нам. Помоги Господи, веруйте в Иисуса Христа всем сердцем. И борода, чтобы как у дедушки была настоящая. Помоги, помоги Богу. Православная церковь, сайт. Говорит, все есть вплоть до Библии Гюстава Доре. Я не знал, что Гюстав Доре еще и Библию не знает. Заходите. Помоги Господи. Сайт. Православный сайт. Человек 20 собирается, у меня там человек 5. Приходите, очень вопросы можно задавать. У нас час мы занимаемся по Евангелию, толкованием по положенному ситуации. А полчаса отвечаем на вопросы. Вот свободные занятия. Помоги Господи. Да вот, я пока мне ничего не пойму. 355-й? Да. Православный церковь, Евангелие. А вы пока-то как не поймете? Нет, надо, чтобы кто-то растолковал. А я в 15-м доме. Это нужно веровать в Иисуса Христа, да, чтобы вечную жизнь наследовать. Вы у вас есть Евангелие, да? Вы телефон мой возьмите. Вот, возьмите наш сайт. Здесь. Да, вот в соседях у меня. А, вот на круг я пригласил. Да. Главное, чтобы тебе стало легче. Я для того здесь, чтобы было тебе легче, а не мне. Православная церковь. Ты хочешь поспорить со мной? Я бы в другой раз поспорил, с тобой есть нормальный вид. Вот я бы никогда на вот это, никогда дальше не буду. Ты что делаешь? А вот.
Господи, все слова представительные. Это его так разгоняет, ты на видеосъемку дашь? Что такое? Да, возьмите наш сайт. Просто помоги, Господи. Что она там крикнула? Иегову где-то распространяет. Еще где-то на видеокамеру. Веру в Иисуса Христа, Он спасет тебя от смерти. Все слова Христа. А я же дьявол. Забрала все у нас. А что, бежит? Авто выйдет. У тебя нормально, да? Сразу раздал. Еще отмотай. Посмотри, кто берет. О-о-о! Я прям думаю, это, ну ладно, хотелось бы. Видно? Мужчина, приветы, мужчина, 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 приветы! Слава Богу. Православная церковь, Евангелие, бесплатно. Ничего, просто если хотите взять, есть желание вас, побуждение, для чтения. Вы хотите визит, хотите писать, истинеодинмир.ру. Вы придете принимать крещение от священника, где идет прощение грехов. Там у нас форум и на ютубе канал есть. Там более 4000 видеороликов. Заходите, есть смотрите. Канал, форум, можно общаться. Звони по скайпу. Ну, это не значит, что они святые. А святые есть?
Есть. И вы можете ему вот такого. Да, вот брат, святой человек. Вот святые люди. Не все. Святой — это значит просвещенный Словом Божьим и живущий по нему. Вот, просвещенный, святой человек. Живущий. Святое, а вот... так как Бог заповедал. Угодники Божьи. Это святые люди. А если он не читал... Я крещеный, но все-таки... Он не святой, да. Вы говорите, да? Что жилище, а как он живет? Это только единицы, что... Православная церковь, Иван, откуда ребята? Да не все слова Христа есть. Господь свят. Я призываю стремиться к святости. Ну, потому это, что это сложно, но это. Забирай, забирай, Сережа, забирай. Забирай, Сережа! Забери и все, и пускай идет человек. Все. Бывает. Что ты живишь, он выбросит просто, все, он тебе. В каком Антонии знакомый, да? Антоний, в смысле, епископ? Насендич. Я художник скульптор, я выполнял иконостас, вырезал, и лежит Баваринска, Чеховинка, там мои работы, резьба моя. Ничего себе, Саня, хорошо сделали. Надо теперь верующим быть вам, чтобы вам за это получить достояние. Ну как, вот и распятие бесплатно сделал иконостас, там уже полностью. Не, ну это хорошо, ну это же вы сделали не для Антония, а... Ну понятно. Это же понятно, да? Теперь надо как-то вам получить это духовное воздаяние. Нужно исполнить все, что вы там наваяли. Ведь Христос, Он был, вы верите в это, что Он был? Но это личная вещь. Личная. Конечно. Я вот, как говорится, как сказать, вот откровенно, так сказать, вот не верю. А сам вот это все выполнял, да? Вот эти иконы, все эти мечты, все. Лично мастерская, сижу от них, сижу ночью, кто не мешает. И вот сижу здесь, в этих вещах. Вот раз, вот прям ни с того ни с сего, бах, вот у меня такой какой-то страх. Раз, вот там собираюсь, открываю, во дворе все это, и бегом в постели. Так вот откровенно говорю, что не верю, а вот в силы верю, в силы. Ясно. Ну, вот Евангелие, оно помогает веровать, не просто помогает, а дает веру настоящую в Бога. Именно чтение вот этих слов, вот надо их читать. Вот как мы любим что-то читать или смотреть, вот нужно читать «Вера от слышания, слышание от слова». Вы заходите к нам на сайт. Кто-то в грудь тупит, а да нет, я молчка. Я построю. Видите, если бы было молчка, тут написано, что уста сразу открываются, говорит, живые потоки текут. Вы должны с другими делиться верой своей. Ну понятно, что для начала, может быть, вы там что-то и не понимаете и так далее. А потом-то, когда поняли, когда уже пошли вперед, ну как вот мы, вот братья, все здесь. Да. Поэтому мы тут с вами. Помоги Бог. Как говорится, духовно набирайтесь, может еще что сделаете нужного. Помоги Бог. Видишь, интересно как. Человек любит. Это собрелось. Время просто правда поговорить о своем духе. Цивилизация, я не понял, хотя, хотя бы вы бы мне назвали хотя бы три цивилизации, я бы сказал, ну ладно, или там тысяча стран каких-то было. Ну, и... вот, они тоже ну, свою плоду. Не, ну мы же говорим о Христе, Христос сказал, Христос как, когда после? А да, до Христа был Иегова, ну конечно, Иегова его отец. Да. И темные, и светлые одно и то же. Нету темного никакого в Боге, только светлое. Вот, темное – это сатана. Иегова. Вы знаете, у меня сколько знаний? Я вам говорю, Бог и Иегова – это самосущное добро. И слава тебе, Господи, что Бог и Иегова царствуют над нами, над всеми людьми. Иначе, если бы было по вашим словам, мы бы в лепешку уже все были в аду. Хорошо. А ведь под Библией сказано, что в лет жили там. Ну,
мы не живем. А с чего? Да не, какой по Иегове? Мы живем, потому что мы не показали себе, что мы достойны такой жизни. Понятно. И все. А Господь сказал, сами? Смертью умрешь, когда вкусишь от плода. Вот и умираем смертью. Все. Сколько жизней мы так делаем? Несколько жизней. Нету никаких жизней. Одна душа, одно и все, и ваты готово. Душа одна, но физическое тело постоянно меняется. Ничего не меняется, все в том же теле. Как Христос был в этом теле воскрес, как явился на горе, просветленный. Точно так же и мы просветимся один раз. Все. Если достойны будем. Хорошо. Если вы умрете во своих грехах, вы в ад пойдете, никакой другой жизни не будете не будет. Вечно мучиться, не будете вы ниоткуда не уходить. Вместе со своим телом будете мучиться. А если я помню свои воплощения? Это все сатанинские измышления называются. Сатана нам дает. Извне. Извне сатана дает. Я не помню, это он не помнит. Это называется... Это состояние прелести называется. Это состояние прелести. Мы находимся не в Иегове, а в Троице. Бог Отец, Сын и Дух Святой. Это сейчас, да. То есть, когда мы находимся. А на самом деле? Верующий Сын имеет жизнь вечную. Неверующий не увидит жизни, ибо гнев Божий пребывает на нем. Так, Иисус Христос его звали Радомир. Ой, нет такого. С чего это? Иисус Христос его звали. Иисус Спаситель, он спасает от грехов. Тысячу лет назад он Радомир. А Иисус, это был бедный. В одного человека нужно избавиться. Это все делали, заблуждались. Вы Евангелие читайте, пожалуйста. Вы. И все, привет, больше Евангелие. Ничего не надо. А у вас люди тут из вас. Православная церковь. Вон, Никита. Я говорю, когда женщина врачит полковник, то уже сдерживали в нет, есть женская одежда, мужская. До 90-го года ни один, ни одна мужчина, почему мужчины не любят? Почему? Раньше это женская одежда. Потому что раньше все в платьях ходили. Посмотрите на картинках, везде все ходили в платьях. Почему сейчас мужчины не любят? Да сейчас они везде вообще всегда в платьях. Сейчас вообще можно убрать. Ну юбка это мужская одежда или женская юбка? Это общая одежда. Да почему мужчина, если это на опции? Да это не юбка. Юбка где вы? А вы покажите хоть одного мужчину в юбке. Нет. Вы женщины из России. Шотландия. Да при чем здесь Шотландия, мы в России? Ну, вот видите, как вы на одном. Вы даже не слушаете ничего. А чего вы эту Шотландию вспоминаете? Это национальная одежда. Национальная. А у нас национальная. Платье. Вообще сказка. Вы одели штаны, вы похожи на лесбиянку. Понимаете? Да я только сегодня ходила сюда. Ну ничего не говорю, я не поменялась. Чашу подаст эту и все.
А будет поздно уже, когда демоны набросятся на вас. Демоны набросятся, которые сейчас вас кружат по земле. Вы только Евангелие читайте, больше ничего.